Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Shadow Fight 3. Так, что у нас здесь такое, ребят, смотрите, задание. Оу, щет. Соверши покупку в магазине, сразиться в дуэли. Так, заработай столько-то монет. И все это, ребята, у нас какие-то ключики будут зарабатываться. Ключики, я так понимаю, для открытия вот этих вот сундуков. Редкий, эпический и легендарный. Так, новое задание через 7 часов, то есть через 8. Так, совершить покупку в магазине. Ну, а если я не хочу сразиться в дуэли два раза? Но это еще можно сделать. Так, заработай 7630 монет. Это тоже, в принципе, легко. Хорошо, это вот и было, ребята, у нас обновление, да? Джун, не забывай выполнять задания, они дают хорошую награду. Раз в сутки ты можешь пропустить не нравящееся тебе задание. Я могу напоминать тебе о новых заданиях, если захочешь. Конечно, я хочу, Джун. О чем вопрос? Так, ну что же, ребята, я думаю, давайте-ка мы посмотрим с вами. Вау, новости какие-то. Давайте я начну с магазина. Я хочу зайти в магазин. Ох ты, как круто. Смотрите, ребята, как здесь все шикарно сделали. А мне нравится. Так, я, естественно, бесплатно вот эту вот шляпу. Коса просветления, обычный шлем. Ладно, хорошо. Так, что же здесь? Смотрите, фестиваль цветения. А, ну, понял. Понял, ребята. Все равно я не могу пропать, у меня не хватает очков, но мне это и не нужно. Так, а что мы можем с вами приобрести? В принципе, оу, 13094 теневухи, ребята, мы можем приобрести. Остальное все у меня, в принципе, есть. Абсолютно все есть, ничего новенького здесь я не вижу. Ладно, но все равно сделали очень хорошо, мне нравится, ребята. Так, здесь дальше предложение дня, но это все понятно. Так, что же еще тут у нас новенького появилось? Фестиваль цветения. Ну, здесь мы, ребята, были. Мы здесь все прошли. Я прошел, я заработал. Мне понравилось. Очень довольно легко и быстро я прошел, ребята, это. Так, ну что же, давайте посмотрим, что у нас здесь еще. Так, ну, и про YouTube все понятно. Что за новости? Изменение версии. Так, 1.13.0. Так, изменение версии 1.12, ну это не то. Так, ага, вот что они сделали, да, ребята? Боевой стиль династии. В игру добавлена боевая способность династии, призванная раскрыть сильные стороны этого стиля. Теперь при наборе трех ударов на комбо-счетчике воин династии получает временное усиление, сопровождаемое анимационным эффектом. Следующий удар, сделанный оружием и попавший по противнику, нанесет увеличенный урон. Если противник сумел сбить вашу атаку или вы не успели реализовать усиление за 5 секунд, оно исчезнет. Тренируйте связки ударов для набора комбо-счетчика и эффективной разрядки усиления. Оу, вот это что-то новенькое, ребята. Так, ежедневные задания. Добавлен долгожданный функционал ежедневных заданий. Они очень разнообразны, как по условиям, так и по сложности. Неизменно одно. При завершении такого задания вас будет ожидать специальная награда. Теневая энергия. Увеличено получение теневой энергии. Теперь она дается за каждое соединение карт. Может попадаться в сундуках и дропе. Доступна в игровом магазине. Переработка магазина. Полностью изменен интерфейс. Увеличено максимальное число доступных для покупки слотов. Награды за боссов. Награда за победу в бою с боссом улучшена по сравнению с обычными боями. Бастерпаки. В предложении дня за монеты можно купить один бастерпак в день. Редкий бастерпак содержит 3 редкие карты и 2 обычные карты. Раньше было 2 редкие и 3 обычные. Камы. Нижний удар, уменьшено время захвата, замаха, стал более защищенным. Верхний удар, понята зона удара, и удар с разворота, уменьшена дистанция, уменьшено время замаха. И это у нас пошли про все виды оружия, да? Другие изменения, уменьшен урон ударов руками и ногами. Так, ну что же, я вам скажу, ребята, очень, в принципе, хорошо, очень меня радует, очень миленько. Так, давайте выходить отсюда. Что еще здесь? Ну, YouTube, это понятно. Это у нас... хотите, отправляйте, вы здесь засветитесь. Я уже, ребята, здесь засветился. Так что, нормуль. Так, давайте, ребят, наверное, с вами мы сделаем... давайте миссии начнем проходить. Так, захвати партизана династии. Одиночка. Поехали в бой. Ну, раз у нас нет пока, ребят, никаких заданий, давайте хотя бы это с вами сделаем.
Слушайте, я взял Глефу с собой. Да, я взял Глефу. Ну ладно, попробуем Глефой. Здесь легко, поэтому можно, ребята, немножко пошалить. Что скажете? Я думаю, что можно. Но главное не переусердствовать. Будем дурковать, ребята, а что? Так, подожди, где у меня? Ага. На! Оп, промахнулись, к сожалению. Ах ты, вот такая сия. Блин. На! Оп. И добивочный. Довольно хороший, да, такой удар был. Ладно, ребята. Ну, все равно здесь легко, ребят. Если я буду сейчас делать комбинацию, я его просто похороню сразу же. Ну, а так немножко подурачимся. Так, поехали дальше. Нет, вертушку я не буду сразу делать, я вот так вот сделаю. Хоп, извини, пардончи. На. Ой-ой-ой-ой, как же тебе не повезло, братишка, извини. Ха-ха-ха. Перебил, ну ладно, ладно, хорошо. Повеселись, малька. Крит в голову, как говорится. А теперь моя подножка. Ага. Да-да-да-да-да, конечно. Ну, а теперь я. Давай вот так вот сделаем. Ну, сбил. Ты посмотри, ребят, что творит, а? Ну, этого и следовало ожидать. Ну, вот задание, ребят, ну почему они не могут сделать выбор уровней сложности вручную? Ну, изи, это изи, понимаете? А я хочу, например, посложнее, чтобы и дроп был получше, и все, да? Согласитесь? Ну, что это такое? Ну, это все не то. Но зато, ребята, дают теневуху теперь абсолютно за все. Вот это вот хорошо. Но и в то же время неспроста. Я думаю, что в дальнейшем обновлении будет все очень жестко. Так, дайте-ка я поставлю вот это вот на открытие. Сидим с вами, бубним и даже не открываем. Ну что же, следующая миссия, опять же, изи. Имидж династии. Давайте посмотрим, что это за имидж такой у династии. Так, раунд один. И злой горожанин. Ну, как-то мы с вами уже дрались со злым горожанином. Он у нас получал таких сладких звезделей. Ох, как же он у нас получал, ребята. Да, ну, в принципе, здесь тоже он получает. Ай-яй-яй, бобо было сейчас. Да хорош, успокойся уже, да что. Нет, вот, ребята, вот этот вот удар. Я имею в виду козырный удар, вот этот вот. Да ты достал уже, ну, в самом деле-то, вали отсюда. Я вот про этот удар, ребята. Ну, он очень хорошо сбивается. Практически в ближнем бою он вообще неэффективен. Да и в дальнем тоже. Пока он эту сальтуху там крутанет, пока он звезданет, элементарный любой удар просто сбивает. Вот сейчас продемонстрирую, смотрите, ребят. Вот сразу же начну с него. Видите, бум, сбил. Хорошо, пробуем еще. Видите, опять сбил. Поэтому. Ну, а тут вообще перепрыгнул. Ну, как-то. Ну, нелепый, нелепый. Мы что, так и будем с собой тут пляски? Хорош, ты достал уже, на самом деле. Все-таки пушечное ядро, по-моему, или как он там называется, оно намного эффективнее вот этого вот удара. Так, завязал. Да что? Воу-воу-воу-воу, ничего себе ты раздухарился, братюня. Зря ты так, конечно, все, пора тебе отправлять праотцам. Да. Что у нас там было насчет этого, как он называется, турнира? Победить двух боссов, а где я их возьму, например? Где эти боссы будут? Ну, то, что меня порадовало, конечно, теперь, что за каждую карту дают теневую энергию. Ну, это на самом деле очень хорошо. Не буду я смотреть рекламные эти картишки, ребята. Обойдемся как-нибудь без них. Так, ну что ж, давайте посмотрим еще раз на задание. Соверши покупку в магазине. Выполнено. Я выполнил, да? Хорошо. Сразиться в двух дуэлях. Это я сделал, ребят. Заработай деньги. Это мы сейчас сделаем. И нанести критические удары. 15 штук. Пью, красота. Ну что же, я надеюсь, думаю, ребята, что в дуэли мы все это с вами воплотим. Начать дуэль? Начать. Поехали. Ой, как тут сейчас медленно даются, ребята, очки. Как долго все это придется копить? Сипот-то какой-то, или сирота, не знаю, кто это. В любом случае, надо наказывать. Так, поехали в бой. Оу, а вот с этим вот, ребята, шутить не надо. Этого надо сразу же колбасить. Спамом причем, ребята, спамом будем бомбить. Ага. Черт, вот тебе и спам. Вот, вот он свою комбинацию прописывает. Получил? Я, ребята, буду тоже так же. Угу. Не тут-то было. Я этот фокус уже знаю. Я проходил. Хорош, успокойся. Ага, все. Да чтоб тебя, этот дурацкий, нелепый, ребята, удар у меня раздражает, если честно. Все, побуянил. И хватит на этом. Да-да-да-да-да. Хотел еще, ребята, в меня ядро бросить. Так, у меня, ребят, смотрю, теневуха есть, да?
Я думаю, можно ей воспользоваться, в принципе. Так, отлично. И вот так, иди сюда. На кукан, как говорится. Все, будем с тобой завязывать, парень. Пока. Первый раунд за нами. Отлично. Продолжаем разговор. Ну-ка, что у нас там? Вот, ребята, если он будет прописывать свою комбинацию мечами, это очень и очень больно. Очень больно, поверьте мне. Намного больнее, чем я буду бить своей, ребята, глефой. Это еще хорошо, что он слабенький. Я с такими ребятами воевал, которые с удара просто ХП полностью сносят. Я имею в виду не с удара, а с комбинацией. Ты достал. Вот, начинается. Что-то какой-то он надоедливый, по-моему, ребята. Мне, вам не кажется так? Дурацкий, вот честно скажу вам, удар. Просто дурацкий, надо его поменять, конечно же. Так. А для этого мне понадобится, ребята, мой доспех. Он, конечно, слабее, чем эти. В разы слабее. Я лечу... Воу-воу-воу-воу-воу. Это он не полную связку еще сделал. Так, отлично, теперь моя очередь. Все, что ли? Потерял меч? Ну, извини, братюня. На этом твоя песенка спета. Или нет? Или не спета? Ты смотри-ка, он еще выделывается. Давай вот так вот. Ой, все, ребят. Я думаю, что здесь ему кранты. Все, я прописываю, ребята. Как говорится, пошел спам отсюда. Нет, на самом деле, каждого противника нужно уважать, почитать. Поэтому молодец. Сирота, ты хорошо дрался. Ну, я немножко был сильнее, чем ты. Так, и что же мы получаем? Получаем с вами монетки. Так, и обычный сундук. Слушайте, а что-то... И денег стали мало давать, кстати. Вот что я заметил. А, нет, вот, все нормуль. Все нормуль. Так, поиск... Подожди, сразу же поиск противника? Я же вроде бы не давал на это добро. Зло. Ну, давайте посмотрим, что это за зло. Но он мощнее, ребят, меня. Вы сами прекрасно видите. Да, это будет еще то зло, по-моему. Зло 21, причем. Ох ты, еще и с саями. Да, эти ребята очень-очень злые. Но, смотрите, ребят, что-то как-то... Что-то разбирается это зло очень довольно легко. Просто по спаму прошелся. Вот и все, что я вам хотел сказать. Ребят, спам, и это имеется в виду... Для меня, по крайней мере, это когда я добиваю врагов практически одним ударом. Вы знаете, что тройной выпад глефой, он практически не сокрушим. То есть, если мы... Ага, вот как оно вышло. Вот так вот бомбим, он встает, не встает. Просто делаешь тупо вот этот вот один удар. И все. Без всяких тут выделываний. Вот и все. В принципе, ребята, это называется спам. Тупо одним ударом убиваешь. И все. Так, хорошо. Мы выполнили задание или нет? Вот что меня сейчас в данный момент интересует. Мы с вами должны там заработать сколько-то очков для того, чтобы получить ключики. Естественно, ключики. Так, подожди, давай-ка мы отмену сделаем. По-моему, что-то сделали мы здесь, да? Заработай 7630 монет и нанести крит ударов. Ну, с критами мы сейчас разберемся. И я думаю, что деньги мы тоже успеем заработать с вами. 2000 уже есть, 5000 нам всего лишь осталось. Так, ну что же, начнем дуэль. Ну, я, ребята, знаете, что хочу вам показать? Я хочу показать, как у меня сейчас функционируют мечи. Переходим в экипировку. Я имею в виду про вертушку. Я прошел фестиваль цветения именно с этими саблями. Я их одеваю. И сейчас я вам продемонстрирую, как это все. Вот, ребята, пробовал я пикирующий орел. Ну, честно скажу, не мое. Мне не понравилось. Может быть, кто-то и любит этот вид оружия дальнего. Кстати, у нас же где-то... Да, вот, смотрите, рев дракона. Легендарный Дадао, который я недавно получил. Да, красиво смотрится. Ну-ка, вот смотрите, как он. Ай, красота. Красота. А чем отличается вот от этого? Эпический Дада. Ой, эпический Дада, он не очень хорошо смотрится. Вот рев дракона, согласитесь. Как-то посолиднее, да? Ну ладно, мы берем с вами лезвие вьюги. И...
Да, насчет костюма, что я хотел, ребят, сказать. Ну, видите, не совсем удачные здесь комбинации. Самое офигенное это вот это, ребята. Вот этот вот обалденный удар. Мне он очень нравится. Но если я его одену, смотрите, сколько мы сразу потеряем мощей. Прилично, согласитесь, да? Но оно того стоит. Так. Или не стоит? Нет, оно того не стоит, ребят. Оно того не стоит. Все-таки отдайте мне вот этот вот костюмчик. Все, ребят. Давайте по-быстренькому с вами еще пару дуэлей сделаем. Как говорится, сделаем ежедневные все эти задания. Но ключиков, наверное, не хватит. Но мне нравится задумка разработчиков, что вот они так придумали насчет ключей, что можно теперь сундучки открывать. Молодцы, так держать. Идут, по крайней мере, в нужном направлении. По крайней мере, для меня. Ну что ж, смотрите, ребята, что у меня... Ах ты, что-то я расслабился, ребят. Я же забыл, что здесь у нас вот такой вот враг. Ну вот, в принципе, вот это вот называется, ребята, пройтись по спаму. Вот она моя... Оу... Вертушка, и вот она сколько отнимает, ребят. Оу, тихо, я боюсь, сейчас я довыделаюсь. Видите, да, вот эта вот дурацкая его комбинация, она довольно мощная, когда он ее делает. То есть критует он нехило, по сравнению с моей вертушкой-то. Сколько он сделал? Два удара мне прописал, да, две комбинации и практически все хп отнял. А я ему сколько, 3-4 вертушки записал. То есть эти ребята, да, они еще те говнюки. Но если он попадает под мою вертушку, ух, не сладко же ему становится. Все, он потерял меч, ребят. Это означает, что ему хана. Но он сейчас, наверное, будет использовать теневуху. Вряд ли она ему, конечно, поможет. Но что ты тут делаешь? Ах ты, смотри, что ты будешь сейчас делать, ребята. Ну, теневой удар у него слабенький. А вот удары без оружия очень сильные. Так, и добивочный, да? Нет, не получился добивочный. Давай-ка вот так вот сделаем. Нет, не пробил. Хорошо, вертушка. Нифига. Смотри, у него удары-то мощные, без оружия. Довольно мощные, хорошо, что мы его сразу уложили. По большому счету мы с вами здесь дурковали. Это все было не всерьез. Так, ну, для меня сейчас главное, ребята, выполнить ежедневные задания. Так, 780 монет мы зарабатываем. В общей сложности почти 1000. Давайте сразу же еще одного противничка с вами посмотрим. Ну, вот знаете, что бы я еще порекомендовал разработчикам? Вот эти вот спецудары легендарные, которые у нас есть, да, которые у нас даются, вот, например, там удар глефой, тройной выпад, вертушка вот мечами. Я бы, знаете, что сделал? Чтобы не было вот этого вот спама, я бы сделал, чтобы они могли активироваться только лишь спустя определенное количество времени. Ну, вы понимаете, о чем, да? Чтобы я не мог вот так вот постоянно им пользоваться. И тогда, поверьте мне, людям бы пришлось бы действительно учиться играть, а не спамить. То есть я вот так вот, ну, тупо вот делаю эту вертушку и все. А если бы у меня был бы после вот удара откат, предположим, 15-20 секунд, до следующей вертушки, согласитесь бы, пукан бы горел бы еще как. И я думаю, что многие бы здесь бы сразу бы зашевелились бы, потому что им пришлось бы вырабатывать какую-то определенную тактику, изучать какие-то удары, как лучше сделать то или другое. Ну а так, ребят, чисто спам. Просто спам, хоп-хоп и все. Нет, братюня, так дело не пойдет. Давайте ему, ах, промахнулись мы. Ох, как это больно. Это, ребята, больно. Ты достал. Вот смотрите, ребят. Ап. Теперь сразу же выпускаем. И ему храны. Да, ему кранты, ребята. Храны, кранты. Уже заговариваться стал. Ну что же, отлично. Так что разработчики пускай об этом подумают. Насчет того, что откат вот на спецудар был бы. Так, ну что, мы зарабатываем с вами или нет? Не хватает, да, опять? Все-таки еще не сделали с вами. Ладно, давайте посмотрим. Хотя задание вроде моргает. Да ладно, я не нанес крит ударов и не заработал еще. Ну ладно, 3000, я думаю, что мы успеем. Ну, насчет критов, это, конечно, немножко удивительно. Ладно, я попробую, знаете что, ребят, поменять и взять свою глефу. А почему глефа? Давайте что-нибудь другое попробуем, а, ребят? Давайте попробуем. Оу. Вот так вот можно теперь крутить персонажа. Ха, круто. А мне нравится. Давайте попробуем с вами вот этот пикирующий орел.
Может быть, кто-то не видел. А я покажу. Так, ну что, у нас удары какие здесь есть? Хорошо, пускай это будет так. Здесь мы можем отравление, что ли, повесить? Или щипок? Ну, давай. А это у нас редкий... А, ну редкий спецприем, естественно, нужен нам обязательно. Как же без него? И пробивание блока. Ладно, пускай будет так, как есть. Все, давайте посмотрим, ребят, что у меня из этого получится. Начать дуэль, конечно же, начать. Как говорится, попробуем. Но мне сразу скажу, не нравится, не нравится это, этот вид оружия. Так, Хоукай против нас. Или Хукай. В бой, естественно. Так, а у него глефа, у него глефа, блин. Не вовремя я взял журавлика-то. Хотя, черт его знает, ребят. Так, а ну-ка. Да ядрёна вож ты. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, заспамил, заспамил меня просто-напросто. Готовченко, охламонище. Все равно не нравится оно мне. Так, ну что, давайте его, наверное, попробуем по-быренькому еще разочек уложить. Как говорится, на боковую. Я, наверное, сейчас сделаю удар задний. Задний удар сделаю. Есть, я его пробил. Да чтоб тебя! А, нет, успел, я уже думал... Ах, как хорошо, как ему понравилось, ребят. На! Получил? Фашист, гранату. Ну и добивочный, нет? Нет, ребята, что это такое делать? Да ладно тебе. Завязывай, шутишь? Нет, ребята, он не шутит. Он не шутит. А вот я тоже не шучу. Пробили. Мы его пробили, отлично. Ну, этого еще мало, я так думаю, да, ребята. 3000 мы здесь не заработали. Максимум тысяченочку, то есть еще 3 боя как минимум нам придется с вами провести. Хорошо. Все слоты заполнены, это все понятно. Давайте возьмем с вами что-нибудь теперь другое. Другой вид оружия. Так, начать задание. Подожди, начать дуэль, это все понятно. Давай возьмем, например, вот это вот. Да подожди ты, вот. Легендарный Дадао. Естественно, в него надо воткнуть перки. Естественно, вот этот супер спецприем. И здесь что у нас есть? Перо ястреба. Ага, а вот интересно, что лучше, перо ястреба или же все-таки... Вот это они меня озадачили. Честно говоря, я не знаю, что такое обвинение. Ну давайте посмотрим, ребята, наверное, обвинение. Все-таки это легендарный спецприем. А тот эпический. И тогда мы сюда воткнем с вами, пожалуй. Ну давайте возьмем отравление, да? Хорошо, давайте так посмотрим. Сразу скажу, ребят, я им не дрался. Ума не представляю, как с ним вообще обращаться. Но пока есть возможность просто подурачиться, почему бы и не проверить заодно. Поехали, ребят. Так, мышка, не мешайся здесь, пожалуйста. Ну, враг слабее нас, это видно сразу. А мы поехали. И против нас, ребята, Данте. В бой. Ага, что-то не все подсели на глефу. Ядрёна ты, вошь, нифига. Нифига ты маньячила, братух. Потише, потише. Так. Ой-ой-ой, как... Ну, ребята, комбинация просто улетная, если честно. Так, тихо-тихо, но пока он, ребят, не сделает свою связку, он не угомонится просто-напросто. Жесть какая-то. И пробивающий, да? Слушайте, ну, я вам скажу, если прокачать эту штуку, с ней можно повеселиться, наверное, по-черному. Так, давайте еще посмотрим. Честно говоря, не совсем понял. Уж больно все как-то очень быстро и шикарно прошло. Так, он, ребят, в теневуху. И она ему не помогла. Ой-ой-ой, как красиво он орудует этим Дадао. Ой, мне нравится, ребят. Очень нравится. Так, ага, ну это, ребят, я понимаю. Я хочу просто вот это вот. А, сбил он мне, сбил, ребят. Я хотел, может быть, успею все-таки.
попробуем. Эй, не туда. Дракона вызвать я хотел. Я его вызвал, но, как видите, когда он уже сзади меня. Оп, все-таки я... Нет, он меня пробил. Слушайте, ребят, мне нужно, по-моему, нанести крит-удары, да, если я не ошибаюсь. Но что-то критовка у нас как-то с вами не особо здесь заходит. Это надо брать глефу. С глефой в 5 секунд, ребята. Я выполню этот квест по поводу того, что нужно нанести там 5 комбинаций или 5 серий крит-ударов. В общем, с критом просто она дружит, и она с ним на ты. Так, продолжаем. Выполнили хоть задание-то одно. Да иди ты. Давай посмотрим. Нет, все, ребят, меня это уже начинает немножко напрягать. Я беру глефу. Я беру глефу. Хотя мне хотелось вот показать вам еще дирхорны. Ну ладно, ребят, давайте дирхорны я вам покажу. Потому что они, кстати, тоже довольно неплохо дамажат. Можем с вами улучшить. Сколько дает? Вот, давайте вот так вот сделаем с вами. А, красота. Мы... Нет, больше мы не можем. Так, ну что же, одеваем. А, они у нас одеты. Все. Давайте, поехали в бой. Начинается, как говорится, дуэль. Но это, опять же, не легендарные, это эпические. Поэтому слишком... А почему мне таких соперников дают слабеньких, я не могу понять. Это специально, что ли, так сделано? Ладно, хорошо. Видно, знает, что я начинаю тут дурковать. И... Оу, что-то не вовремя я надел дирхорны с вами, ребят. Совсем не вовремя. Ладно, смотрите, что мы можем делать. Прикольно, да? Бомбят. И довольно шустро. Просто мы не даем врагу. А, нет, все-таки. О, вы видели сейчас, ребята? Вы видели, что у меня было? У меня светились руки. Не знаю, с чем это было связано, но это было. Так, секунду, попробуем показать дальше. Ай, убил нечаянно врага. Ладно, сейчас попробуем. Или мне показалось? Да нет, по-моему, не показалось. У меня вроде бы была какая-то такая синяя аура в руках. И я, знаете, что думаю? Что это связано с обновлением. Как нам говорили, если мы сделаем с вами какую-то там тройную комбинацию, серию ударов руками или что-то такое. Ну, что-то пока я ничего не вижу, он блокирует. Вот, вот сейчас что-то было такое, да? А, нет, ребят, это просто удары так отмечаются. Нет, подождите секунду, я не могу понять. Нет, ну, по-моему, что-то было, не было, непонятно. Короче, я ушатал его. Пока смотрел, взглядывался, я ничего не увидел. Идеальная победа. Вот что делают у нас дирхорны, ребят. Довольно шустро, быстро и эффективно. Так, и что же у нас? По-моему, ребята накопили. Или же все-таки еще нет. Сейчас посмотрим, ребят, по заданиям. Ты посмотри-ка, нет, не хватает совсем чуть-чуть. И критов до сих пор тоже не хватает. Да, ребята, все-таки глефа рулит в этом деле, поэтому я переключусь на нее и должен... Так, ребят, я не знаю, в чем проблема, но уже третий раз за все это время у меня вылетало из игры. Неужели это все связано с обновлением? Что-то там у них не гладко, не чисто. Ладно, ребята, не об этом суть. Мне надо взять, естественно, свою глефу, чтобы выполнить задание. Давайте, потому что я уже устал все время заходить, перезаходить. Так, надеваем глефу. И, как говорится, быстрее направляемся с вами на дуэль. Быстренько разбираем врагов. И, в принципе, можно на этом будет заканчивать серию. Так, поехали. Милюдес против нас. Опять же, какой-то слабенький. Хотя, нет, ребята, не слабенький. Этот чувачок будет посильнее нас. По крайней мере, по мощам. И, опять же, с глефой. Да что же вы будете делать? Оу-оу, тихо! Вот это он начал круто, ребята. Ах, подсрачка мне дал еще. Ну ладно, поехали. А-а-а, промахнулись. Иди сюда. Давай посмотрим, у кого глефа круче и кто круче спамит. Что такое, родной? Притомился с дорожки? Ну, извини. Хотел выпрыгнуть. Нет, не получилось. Воу, а бросочки у тебя получаются отменно. Так, слушай, я не должен ему дать, ребята... Хотя не получилось. Вот, зато, ребята, я вижу, что теневой удар у него очень хорошо раскачан. Так, а теперь посмотрим, как он против моих. Ну что же я могу сказать, ребята, довольно ватненько. И...
Давай, добивающий. Нет, добивающий не получилось, к сожалению. Кончилась у нас теневуха. Тихо. Главное не попасть. Ай! Тихо, тихо. Тройной. Тройной делает, ребята. Он тоже с тройным. Что за мания, ребята, у них пошла у всех тройной. Ведь кто-то мне говорил, что... Оу, тихо. Что такое? Неужели сейчас он меня добьет? Нет, не получилось. Кто-то мне говорил, что это все фигня. Тройной, это ерунда, выпад. Но, как мы видим, многие его почему-то берут. Да, берут. А я от него никогда и не отказывался, ребят. У нас есть много спецударов для Глефа и флагшток, там еще какой-то есть. Но почему-то именно тройной выпад для меня идеален здесь. Хоть он даже простой, он даже не эпический и не легендарный спецприем этот. Ах ты жук ты мелкий, а? Ну, жучара, как бы мне тебя пробить-то? Вот, ребята, криты просто шквалом идут. Так что на этот раз, по-моему, задание выполнено. Так, отдохни маленько. Продолжаем разговор. Ну, оу, подловил-то он как меня круто, молодец. Одобрямс, молодец, работал хорошо, ребят. Жалко, конечно, что это не сам игрок, это бот, конечно же, сыграл. Но, тем не менее, очень хорошо он сыграл. Вовремя все он, так сказать, сделал. Что такое? Вот, конечно, вот это вот... Так, тихо. Да ты посмотри. Вот на самом деле бы... Вот попробуй вот так вот, ребята, как говорится, сделать, умудриться несколько раз увернуться подряд. Хрен получится, поверьте мне. Захочешь, не выйдет. А? У этого все отлично получается, видите? Шустро. Так, ну что, мне придется его, ребята, наверное, спамом прибить. Я другого варианта пока не вижу. Не хочу просто-напросто терять лишнее время на еще один бой. Хорош, бросок. Воу, тихо. Бросок, почему-то бросок не сработал у меня. Че, пробили что ли его? Да, пробили. Ну что же, смотрим, ребята, результат. По деньгам вроде бы все, мы с вами выровнялись. И насчет критов, по-моему, тоже у нас все хорошо. Так, деньжатки капнули. Это все капнуло. Так, денежка упала, тыщенка. И смотрим задание, ребят. Как видите, все выполнено. Забрать награду. Забрать. Тут забрать. Здесь забрать и забрать. И у нас... Так, погоди-ка, я что-то не понял. А, здесь нужно 30 ключей. А легендарного вообще у меня ничего не было. Ну, зато могу вот этот открыть сразу же причем. Давай посмотрим, что мне здесь выпадет. Так, бомбочки, самодельное жало, роскошный жилет и почти 1000 голды упало. Так, ну а здесь, ребята, мне еще офигеть. 26 ключей нужно, чтобы открыть. Ладно, не беда, еще очень много игр впереди. Но задание почему-то до сих пор моргает. Новое задание через 8 почти часов. Ну что ж, дорогие друзья, будем на этом, пожалуй, с вами завершать. Кстати, я хотел... Ой, подожди. Нет, я хотел посмотреть, сколько у нас тут до сезона. Ой, ой, ребята. Жаль, у меня нету на это времени, ребята. Нету. Это нужно сидеть очень много времени, бомбить, бомбить, еще раз бомбить. Раньше это все было намного быстрее. Но сейчас нет. Никак не получится. Время, работа, ребят, ну сами должны понимать. А так, конечно, хотелось бы получать достойную награду. Ну, мне и достаточно того, что мы все-таки получаем. Так что, ребятушки, всем пока. Всем спасибо за просмотр. И увидимся с вами в ближайших, скорых новых видосиках. Всем пока и удачи вам.